Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Мы продолжаем знакомиться с обитателями Красного моря. Это большая синяя рыба, это голубой псевдоболист, относится к ряду спиноговых. Вырастает рыбка до 55 см, питается обитателями дна, это моллюсками и беспозвоночными. Может разгрызать раковины моллюсков и панцири ракообразных. В поисках добычи часто дует в песок струей воды. Один из любимых объектов питания псевдоболистов – это морские ежи из рода диадема. Длинные иглы ежей не представляют для него проблем, поскольку он сначала переворачивает ежа, а затем с брюшной стороны легко разгрызает его панцирь мощными зубами. Если псевдоболист, как и все спиноруговые, чувствует опасность, он прячется в коралловую расщелину, где расправляет спиной щип с защелкой и брюшной шип, так что вытащить его становится совершенно невозможно. Голубой псевдоболист – это не крупная рыба, населяющая разные зоны коралловых рифов и не проникающая на большую глубину. Обычно встречается на глубинах от 1 до 50 метров. Предпочитает пологие склоны, лагуны с обломками кораллов и морской травой. Рыбу можно узнать по ярко-синему окрасу с узором золотых линий на теле. Псевдоболист плавает как нормальная рыба, а прячется лежа как камбала. Меняет цвет от черно-синего до желто-голубого. На самом деле рыба не ядовитая, но очень агрессивная по отношению к дайверам. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.